Дорогие друзья, начатое всегда надо доводить до конца. Речь идет о нашем рапорте «Гагарин». Мы говорили о необходимости в этом году завершить оборудование международного пункта пропуска. Он выполнен. Остался у нас с вами еще вопрос перевода категорийности аэропорта во вторую категорию, метеоминимума. Вот сейчас уже можно говорить о том, что наш аэропорт Гагарин получил вторую категорию метеоминимума. Но у нас на следующий год остаются темы, которыми правильно было бы заняться. Во-первых, давайте исходить из того, что нам важно платформу железнодорожную, которая обеспечивает доступность аэропорта, учитывая, что электричка ходит до аэропорта Гагарин, подвести поближе. Это ранее достигнутые договоренности, их необходимо выполнять. Таким образом, у нас с вами будет не только платформа ближе, но и будет траволатор. Еще у нас вопрос, которым правильно было бы заняться, не откладывая его, и здесь я рассчитываю на региональную власть. Речь идет об оборудовании освещением дороги страны Дубков, это южный подход до аэропорта, и строительство путепровода через железнодорожные пути. Этим нужно заниматься. Чем быстрее, тем лучше. Не ждать, когда этот подход заберут на федеральный уровень, выполнять ту работу, которую на себя взяли. И, конечно, если только нам удастся с вами осветить дорогу, сделать хороший путепровод, более комфортно будет езда. Надеюсь, что меня услышат, и мы также сделаем все для того, чтобы у нас были решены эти две проблемы. Хочу подчеркнуть, что предыдущие две были решены федеральными структурами за счет федеральных средств. Что касается дороги, это полностью полномочия сегодня региональной власти. Что же касается подхода в виде платформы, здесь необходимо выстраивать руководство области отношения и вести диалог с руководством железной дороги, с аэропортом. Поэтому надеюсь на то, что не будут забыты взятые обещания, и мы в будущем получим аэропорт, у которого есть все для того, чтобы оказывать услуги, причем с комфортом жителям нашей Саратовской области, ну и гостям. Спасибо.